Юлия и Лариса были давними подругами и всегда поддерживали друг друга. Они вместе работали в салоне красоты. После работы Лариса заехала к Юлии, чтобы посмотреть с ней любимый сериал. Как же я устала сегодня. Завтра выходной? Юлия Гуськова, 47 лет, мастер маникюра, разведена. Буду весь день отсыпаться. Правильно. Главное, к вечеру будь в форме. У нас культурное мероприятие. Идем на вечеринку. Тематический вечер кому за 30. Лариса Зарецкая, 46 лет, парикмахер, подруга Юлии, разведена. Думаю, будет что-то стоящее. Нет, Лар, я не пойду. Юль, ну серьезно? Ну что страшного случится, если ты сходишь на эту вечеринку, познакомишься с кем-нибудь, наконец-то устроишь свою личную жизнь? Хватит мне одного мужа. Юль, что было, то было, столько лет прошло. Мне тебя жутко, конечно. Такой приятный мужчина был, спокойный. Но оказался убийцей, женщин в парке резал. А давай ты сейчас вот не будешь это вспоминать. Правильно, не надо вспоминать. Его в живых-то уже нет. Так, давай включай телек, сейчас начнется. Несколько часов назад в городском парке была зверски убита молодая женщина. Неизвестный преступник нанес ей несколько ножевых ударов. Личность пострадавшей устанавливается. Мой муж был очень тихим человеком. Никогда не повышал голоса. Олежку, нашего сына, просто обожал. Я не сразу заметила, что он стал каким-то другим. Раздражительным, скрытным. В общем, мой муж оказался маньяком-убийцей. Его 2 года искали. Он выслеживал блондинок. Знакомился с ними и убивал. Ему дали пожизненно, и он умер в тюрьме. Знаете, Юль, практически никто из родственников таких людей никогда ничего особенного в их поведении не замечает. Так что вполне можно не оправдываться. Ну, в общем, когда все случилось, я подала на развод, схватила ребенка и в другой город к подруге. Только она все знает. Но прошлое меня не отпускает. Мой сын стал другим. Он стал раздражительным и скрытным, как его отец. Ты где был? Я тебе 100 раз звонила, ты не отвечал. Я на днюхе у однокурсника был, мам. Олег Гуськов, 21 год, студент, сын Юлии, не женат. Звонков твоих не слышал, там шумно было. А сам позвонить не мог? Я чуть с ума не сошла, я места себе не находила. Я не знала, где ты и с кем ты. Мам, хватит вынюхивать. Хватит меня контролировать. Все, я спать хочу. Сын не знает правду об отце. Я скрывала от него. Вообще старалась от всего плохого оградить, даже жесткие фильмы старалась не показывать. И он меня никогда не расстраивал. И только сейчас, как я понимаю, вас начала беспокоить возможная наследственность. Да. Скажите, может быть такое, что дурные гены дадут о себе знать, что сын пойдет по стопам отца? С одной стороны, это, наверное, не исключено. Но с другой стороны, ни один ген никогда не задает точную характеристику человека. Всегда есть некий коридор, внутри которого эта характеристика может очень меняться. И, между прочим, до сих пор никому не удалось выяснить, как соотносится между собой влияние генов и влияние воспитания. Так что беспокоиться, по-моему, пока рано. Пока рано. Спасибо.
Следующим вечером Юлия и Лариса вместе шли с работы. Юлия постоянно думала о переменах в поведении сына и была не в настроении. Криминальная хроника? С чего вдруг? Да я все думаю об этом сообщении по телевизору про убийство. И? Я думаю, а вдруг Олег по стопам отца пойдет? Да ерунда, Олег отличный парень. Но он сын убийцы. Он, конечно, не знает об этом, но это факт. Так, пойдем-ка домой. Прошло 2 недели. Олег возвращался домой вовремя и вел себя спокойно. В сводках новостей не было ничего подозрительного. Юлия успокоилась и решила, что ее страхи надуманы. Привет, мам. Я дома. Ой, а я тебя не ждала еще. Мы в клубе были. Я раньше всех, между прочим, ушел, чтобы ты не волновалась. Да ты мой хороший. Есть будешь? Не, мам, не хочу. Я киношку пойду смотреть. Отлично. На следующий день Юлия проспала и опаздывала на работу. Как вдруг ей позвонила Лариса. Алло? Слушай, вчера убили еще одну блондинку, мне таксист рассказал. Вроде даже кто-то видел преступника, но он сбежал. В сети уже и фоторобот есть. Ладно, я скоро приеду. Юлия действительно нашла в новостях сообщение о новом убийстве блондинки и фоторобот подозреваемого. Юлии показалось, что фоторобот похож на ее сына Олега. Схватив куртку сына, Юлия обнаружила на ней пятна крови. Юлии стало не по себе. Юлия вырастила сына Олега одна. Она скрыла от сына то, что его отец был серийным убийцей. Когда в городе объявился маньяк, убивающий блондинок, Юлия заподозрила, что это ее сын, унаследовавший от отца дурные гены. Юлия укрепилась в своих подозрениях, обнаружив на одежде сына пятна крови. Я места себе не нахожу. Вчера снова совершили убийство. А мой сын пришел вечером домой в испачканной кровью одежде. Откуда у тебя на куртке кровь? Ма, ты чё? Ой. Надо было вчера застирать. Признайся, что ты натворил. Я прошу тебя, не надо от меня ничего скрывать. Ой, мам, только трагедию не включай, ладно? Я в клубе познакомился с девушкой. Пошел провожать ее домой. К нам по пути стал приставать какой-то пьяный придурок. Я дал ему по морде и нос разбил. Я очень хочу верить в то, что Олег сказал мне правду. Но прошлое меня не отпускает. Я слишком хорошо помню, как муж сочинял что-то подобное, когда я нашла рубашку в крови. Да по телевизору каждый день говорят об этом маньяке. Конечно, я не хочу думать о сыне, что он пошел по стопам отца, но я боюсь убедиться в этом слишком поздно, когда я не смогу защитить уже ни сына, ни себя. Юля, давайте назовем вещи своими именами. На все ваши сомнения есть только 2 возможных ответа. Либо маньяк – это и вправду Олег, либо нет. В первом случае я, честно говоря, плохо понимаю, как вы собираетесь его защищать, так что бояться все равно нечего. А во втором случае вы сильно рискуете. Как будете сыну объяснять, с чего вдруг так легко поверили в его маньячность? После разговора с психологом Юлия несколько раз пыталась поговорить с Олегом, но он только злился. Таня! Измучившись подозрениями, Таня! Юлия начала следить за сыном. Я думал, ты не придешь. Увидев рядом с сыном молодую блондинку, Юлия запаниковала.
В голове у нее засела мысль о том, что сын выбрал себе очередную жертву. Юлия полночи ждала возвращения сына. В отчаянии она вспоминала, как много лет назад также не спала, дожидаясь мужа-убийцу, который лгал, что задерживается на работе. Мам, ты почему здесь? Почему еще не спишь? Тебя жду. Я же предупредил, что буду поздно. Ну, не настолько же. Уже утро почти. Где тебя носило всю ночь? А тебе какое дело? Вот скажи. А я твоя мама, Олег. Ладно. Я встречался с девушкой. Что за девушка? Мы в клубе познакомились, я тебе рассказывал. Все? Допрос окончен? Могу лечь спать? Что вы с ней делали? Где были? Ты проводил ее домой? Мам, ты можешь не лезть в мою жизнь, окей? Все, иди спать, я буду переодеваться. Это что такое? Откуда? Подарок. На память. Ты меня уже достала со своими расспросами. Иди спать. И оставь меня уже, наконец, в покое. Уйди. В ту ночь Юлия так и не смогла заснуть. Подозрения все больше мучили ее. Утром Юлия сказалась больной и не вышла на работу. Олег! Экстренное сообщение. Вчера было совершено еще одно покушение на молодую блондинку. Жертва преступника 22-летняя Татьяна Миронова выжила. Она госпитализирована в отделении реанимации Центральной городской больницы. А теперь немного осмотрите. Что? Мы хотим вас познакомить с нашим комендантом Ольга. Ты уходишь? Да. Вернусь поздно. Пока! Новую жертву маньяка звали Татьяной, как и ту девушку, с которой Юлия накануне видела сына. Юлия была в панике, она решила срочно поехать в больницу. Но к пострадавшей девушке Юлию не пустили, ей не удалось ничего выяснить. Однако Юлия была убеждена, что в нападении на девушку виновен ее сын. Лар, привет. Зайди ко мне на часок. Поговорить надо. Да. Вечером к Юлии приехала Лариса. Она как могла старалась отвлечь подругу от грустных мыслей. А что-то мне вообще не везет с мужиками. Лар, а если тебе с моим Олегом роман закрутить? С ума сошла! А что? Он порядочный, положительный. К тому же не женатый. Олежка у меня на руках вырос, а ты хочешь меня к нему в постель положить? Нормально все с тобой? Просто я подумала, может, Олег, увлекшись опытной женщиной, дури с головы выкинет? Я сама не знаю, что говорю. Прости, пожалуйста. Олег на такое не способен. Вот. Ты тогда точно так же говорила, что мой муж на это не способен. И что, Лар? Все то же самое. Я точно так же ждала мужа по ночам. Он точно так же злился на любые мои расспросы. Потом я нашла кровь у него на рубашке. Потом этот ужас, когда за ним пришли. Юль, ну что ты болтаешь? Вчерашнюю потерпевшую зовут Таня. Олег на такси поехал с Таней, с блондинкой. И фоторобот Олег вылет. Да фотороботы на всех похожи. По ним вообще кого угодно можно опознать. Я не знаю.
Мне надо что-то делать. Прошло несколько дней. Юлия старалась держать свои страхи при себе и наладить отношения с сыном. Чего в выходные делаешь? Да, особо ничего не планировал. Ты не можешь к Беловым съездить? Ну, соседи наши, которые круглый год на даче живут. Зачем? А я там же в подвале у них заготовки храню. Надо несколько банок привезти. Съездишь? Зачем нам вообще эти заготовки? Все в магазинах есть. Ну, пожалуйста, Олеж. Тем более, я уже с ними созвонилась. Ключи у меня от их дома есть, но они сейчас за границей, понимаешь? Тем более, они попросили заодно цветы полить, дом посмотреть, проверить. Уже неудобно будет не поехать. Ладно, съезжу. В выходной Олег, как и обещал, съездил на дачу к соседям. А спустя неделю в квартире Юлии раздался звонок. Добрый день. Алексеев, следователь РОВД. Гуськов мне нужен, Олег Денисович. Дмитрий Сергеевич Алексеев, 45 лет, следователь РОВД, женат. Он здесь? Да, дома. Я его мама, а что? Ваших соседей по даче, Беловых, обокрали. И они показали, что были в отъезде, а в доме никого не было, кроме вашего сына. И что? В доме полно отпечатков, и отпечатки указательных пальцев вора совпадают с отпечатками вашего сына. Они попали в базу при оформлении биометрического паспорта. Нам нужно снять отпечатки пальцев вашего сына. Что ж ты наделал, Олег? Как же так? Юлия одна вырастила сына Олега и скрыла от него правду о том, что его отец был маньяком-убийцей и умер в тюрьме. Тайну Юлии знала лишь ее подруга. Юлия боялась, что ее сын пойдет по стопам отца. А когда в городе объявился маньяк, Юлия стала подозревать, что это ее сын Олег. Юлия находила одно доказательство за другим. А после того, как сын по просьбе Юлии съездил на дачу соседей, в квартиру Юлии пришла полиция. У Олега взяли отпечатки пальцев. Они полностью совпали с отпечатками в доме соседей. У нас в квартире был обыск. Нашли украденные вещи и деньги. Олега забрали в СИЗО. Погодите, но если ваш сын ездил туда цветы поливать, то, естественно, его отпечатки должны были там остаться. Дело в том, что это я. О как. Я все устроила. Та девушка из реанимации, Татьяна Миронова, она очнется и заговорит. Олегу могут дать пожизненное. А так он сядет на 2 года за кражу, и его не найдут. Да? А вы думаете, если та девушка заговорит, когда Олег будет уже в тюрьме или даже еще в СИЗО, ему ничего не грозит? А если та девушка заговорит, и по ее словам найдут совершенно другого маньяка, что вы тогда собираетесь делать? Юлия была подавлена, постоянно думая о находящемся в СИЗО сыне. О том, что она сделала, Юлия не рассказала даже подруге. А спустя несколько дней к Юлии пришла та самая девушка, которую Юлия видела с Олегом накануне убийства. Нет. Вы, наверное, мама Олега. Скажите, с ним все в порядке? Он просто куда-то пропал и не отвечает на звонки. Вы Таня Миронова?
Нет, я Таня Шатохина. Татьяна Шатохина, 21 год, студентка, не замужем. Я знакомая Олега. А это не вы лежали в реанимации? Да нет. А что такое, с Олегом все в порядке? Да, да. Он уехал по делам. Юлия не могла ничего понять. Она решила, что ошиблась. И Олег напал не на эту, а на другую девушку, которую тоже звали Татьяной. На следующий день Юлия собирала передачу сыну в СИЗО. Она не знала, как будет смотреть в глаза Олегу и что будет говорить ему. Алло. Юлька, срочно включи телек. Был задержан 30-летний Николай Сорокин, подозреваемый в серии убийств молодых женщин. Сорокин уже дал признательные показания, ведутся следственные мероприятия. Когда Юлия поняла, что ее сын невиновен, она помчалась к следователю. Хотела признаться. Это я подставила сына. Это я сама взяла вещи у соседей по даче и подбросила в комнату сына. Что? А вы знаете, что я могу вас вообще привлечь? Я думала, что Олег – маньяк, который убивает блондинок, вот, подстроил. А сегодня нашли настоящего маньяка. Юлия рассказала следователю правду. Следователь вспомнил то нашумевшее дело, по которому был осужден бывший муж Юлии. Следователь согласился помочь при условии, что Юлия уладит вопрос с соседями. Соседи пошли навстречу Юлии и написали заявление о прекращении дела. Олега отпустили. Дело о краже было закрыто. Юлия рассказала Олегу правду о его отце. Сын простил Юлию. Он собирается жениться. А Юлия, наконец, смогла освободиться от своих страхов. Надеюсь, генетики не забросают меня камнями, если я скажу. Ни один из генов, определяющих наши личностные качества, не выносит человеку окончательный приговор. Ты будешь в точности таким, и обжалованию это не подлежит. Слишком уж много всяких других факторов, которые влияют на то, как проявится наличие этого гена в жизни его носителя. Книжки, которые он будет читать в детстве, любимые поговорки его родителей, привычки их друзей, много-много другого. Представьте себе двух близнецов с абсолютно одинаковым набором генов, но при этом волею судьбы, попавших в разные семьи или даже просто в разные жизненные обстоятельства. Как думаете, есть разница в том, как проявляются в разных обстоятельствах два этих одинаковых набора генов? То-то и оно. И согласитесь, понятно, почему так тревожилась Юлия. Ведь если у ее сына действительно был тот самый предательский ген от отца маньяка, то к моменту начала всей истории Юлия все необходимое для нейтрализации этого гена уже сделала или не сделала. Так что торопитесь, родители.